Всем привет, это Айс, а это серия роликов игрушки Вов, и в этом ролике я расскажу, как получить ветвь листа чертополоха. Предмет будет доступен только после выхода Легиона. Отправляемся в Вальшару или в Вальшару. Более конкретное место вы можете видеть у себя на экране. Там, около небольшого фонтана, мы активируем сундук, после чего начнется мини-эвент, в котором нам надо будет победить несколько противников. Победив их, мы сможем получить лут. По активации мы превратимся в Плута Плесуна, очередной предмет, меняющий облик главного героя. Что может быть лучше? Поэтому рекомендую всем пройти этот мини-эвент. Он того стоит. Надо заметить, Плут действительно забавно танцует. А на этом все. Если ролик был как-то полезен, ставьте лайк, оставляйте комментарии, а еще лучше подписывайтесь на канал, впереди нас ждут новые ролики. Спасибо за просмотр и до новых встреч, пока!